С ограниченным кругом гостей. Так сейчас проходит торжественная регистрация брака в ЗАГСах Беларуси. В связи со сложившейся эпидситуацией из-за коронавируса приглашать на свой праздник жених и невеста могут не более 10 человек. Все остальные ритуалы бракосочетания остаются неизменными. 22 мая текущего года Совет министров Республики Беларусь принял постановление, в соответствии с которым определил количество гостей, присутствующих при торжественной регистрации брака. Это количество составляет 10 человек. Однако этим же постановлением разрешается руководителям отделов ЗАГСа вносить небольшие коррективы в количество присутствующих гостей. Однако мы, учитывая площади нашего здания, а также площадь и расположение зала для проведения торжественной церемонии регистрации брака, полагаем целесообразным, что может присутствовать человек 14-15, в связи с тем, чтобы мы могли расставить людей на социально безопасную дистанцию. Молодожены и их родные и друзья относятся с пониманием к нововведению. Те, кто мечтал о большом торжестве, переносят дату свадьбы на более поздний срок. Однако в Лидском ЗАГСе таких пар мало. Из почти 200 записавшихся предварительно на подачу заявления на регистрацию брака в один из летних месяцев, более 160 уже принесли документы. Всего же в этом году марш Мендельсона в Лиде звучал 176 раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нашем городе создано на 10 семей больше.